Большой ассортимент шуб по выгодным ценам стал доступен жителям Петропавловска. В торговом доме сети «Молл» открылась меховая ярмарка «Эталон меха». На ней побывала Татьяна Есельская. Есть модель трансформера. Можно, допустим, отстегнуть часть рукава, сделать либо 3/4, либо 7/8, либо там 9/10, разные же есть длины. Вот, рукав так. Есть, которые можно отстегнуть еще низ. Одно легкое движение, и шуба превращается в жакет. На выставке представлены сотни меховых изделий от российской компании «Эталон меха». Каждая женщина хочет быть неотразимой в любое время года. Пятигорская фирма уже не первый год радует петропавловских модниц новыми моделями меховых изделий. Тут и неизменная классика для женщин элегантного возраста, и экстравагантные модели с пушистыми воротниками для юных модниц. Цены на норковые шубы примерно от 450 тысяч до 700. Мутон где-то от 180 до 270 тысяч. За наличный расчет действует система скидок. Там на норковые изделия от 100 до 150 тысяч, на мутоновые в районе 40 тысяч. Гарантия на меховые изделия год по законодательству. Белый, черный, лавандовый, графитовый, сапфировый. Мех для таких норковых шуб тщательно отобран по высоте, плотности и оттенкам. Есть несколько способов, как отличить натуральный мех от подделки. Во-первых, на ощупь он мягкий и шелковистый. А если провести рукой против роста шерсти, а затем хорошо встряхнуть, то ворс примет свое положение. Но главное, приобретать товар нужно у проверенных продавцов, которые могут предоставить сертификаты качества на всю коллекцию. Присмотрела себе элегантную шубку Надежда Асташова. Женщина говорит, всегда любила меха. Раньше носила шубы из каракуля, сейчас решила купить мутон. Тем более есть повод. 1 января у меня был юбилей. И муж решил мне сделать подарок. И вот такую вот решила. Особенно мне вот это нравится, чтобы здесь была, вот не стиралась. И здесь, и нравится, что с пуговочками. Шубы имеют широкий размерный ряд от 38 до 60 и идеально сидят по фигуре. Все представленные модели соответствуют российским ГОСТам. Это гарантия высокого качества. Если шуба очень понравилась, но на ее покупку не хватает денег, здесь же можно оформить кредит. Ярмарка пятигорской компании «Эталон меха» будет работать до 3 февраля. Она находится на третьем этаже торгово-развлекательного центра «Сити Молл». Татьяна Есельская, Рустам Тлюжанов, новости МТРК.